Вот, говорит, на тебе. Собираю я, начал я с Каслинска. На связи, телефон же есть? Есть. Ну, я да, вот приходит. Помните, банк был, такая монетка там пахнет. Надя! Днем молодежи! Вот, говорит, на тебе. Собираю я, начал я с Каслинского, там же. Пришла бабушка, говорит, отремонтировать. Я говорю, отремонтирую, 250 рублей. Ну, как дорого, я лучше китайский куплю. Я говорю, ну, вы представляете, что такое китайские часы? Более того, они пришли две, а ей подружка говорит, я купила китайские часы, они через две недели уже не идут. Вот. Ну, одним словом, я этой подружке говорю, она сегодня пришла, будильник с ремонта забрала. Я говорю, скажите своей подружке, не хочет ли она продать? У меня в коллекции таких нет. Она говорит, приносит 100 рублей, с удовольствием заберу. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!